Эй, народ, всем здорово, с вами снова Хантер. Я желаю приятного аппетита тем, кто сейчас решил перекусить. И сегодня у нас с вами на пороге очередная серия соло-стандартных матчей. Что же, не будем затягивать. Как вы видите, взял я Масамун. И сегодня мы постараемся все-таки выбраться, или хотя бы добиться повышения на четвертый дивизион третьего челленджера. Что ж, погнали в соло-рейтинговые матчи. Ну что ж, все ясно. Как всегда, искал 5 минут, нашел неполную команду. Кайф. Ну, наконец-таки, нашелся наш матч, друзья. Это уже вторая попытка, как вы поняли. Так. И сейчас он полны надежды победить. Надо. Очень надо побеждать, чтобы выбраться с челленджера. Оп. Так, неплохо. Сейчас будет типа вынос. Мы его перехватим. Вновь перехватываем. И это вот отличная ударная позиция, но вратарь оказывается на мяче первее. А тут мы должны блочить. Хорошо. Так. А это надо выносить, да. Так и происходит. Опять блок. Так. Окей. Буста нету. Спасибо. Ну давай, вот парень, вот что ты сейчас делаешь? Вот сойдет идеальный навес просто. Так, он забрал у меня буст, и я поэтому не смог его просто... Да что ж такое-то происходит? Блин, наконец-то буст я взял. И отличный удар. Спасибо. Дождался-таки. Парни просто все разъехались, ну и я просто с отскока от земли. 105 километров в час без шансов. Так, я нет буст. Take the shot, короче говоря. Погнали. Оп, какой фейк, а. Парень-то не ожидал. И в итоге у нас начинается отличная атака. Ну, как сказать, отличная. Если бы был пас чуть-чуть получше, то может быть и отлично. Так, ладненько. Оп, пропускаем. Блин, от стены неплохо играют. Ой, хороший удар. Когда сказал Nice One еще до того, как забили гол. Забавно. Ну блин, ну удар топовый. Тут ничего не скажешь. Неплохо. 2-0. Мне это нравится. Так, за бустом. Погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мне не хватило буквально миллиметра, чтобы остановить этот кошмар. И это open goal. Отлично. 3-0. Ребята каким-то образом все в атаке оказались. Вот два, где третий. А третий был у нас на бусте и чуть-чуть не успел. Ну что ж, ладно. Мне нравится такой расклад. Так. За бустом надо срочно. Да что ж такое, не угадываю я никак. О, какой отскок неплохой. Будет пас? Будет, конечно. Сори. Great pass. Тут я чуть-чуть залажал и не попал по мячу. Так, мне надо за бустом снова. Отлично. Так. Так. Это надо делать от стены. Опять меня опережают от стены. Эти ребята меня постоянно просто опережают от стены. Найс. Это 4-0, это можно ливать, по идее. Хотя, стоп, какой ливать? Ну, блин. Конечно, будь я на стороне соперников, я бы хотел, чтобы они ливнули, это естественно. Но будь я, вернее, наоборот. С моей стороны хочется, чтобы они ливнули. А вот будь я в команде соперников, я бы ни за что бы не согласился с ними. Потому что все в этой жизни можно отыграть. Тем более, когда остается столько времени. Я не знаю, почему здесь не сработало. Да, ну да, потому что я не сразу нажал X. Понятно?
Ну, вернее, не X, но неважно, короче, кнопку прыжка не сразу нажал. Так. Неплохой развод. И можно начать атаку. Ай, хорош, ай, хорош. Оп. И парень от стены хорошо играет, опять-таки. Неплохо. Назад. Найс. Ой, сейчас может быть добивание. Но нет. Контрим. Ой, какой хороший проход. И это гол. Нет. Это, к сожалению, только штанга. Фейкуем. Буст. Ой-ой-ой. Опасно. Надо быстрее на рампу возвращаться. Но это гол. Тут без вариантов. Слишком много уже наши ворота атаковались. Я дважды, по-моему, пролетел мимо мяча, да. Дважды у меня его прямо из-под носа забрали. И заканчивающий удар. Так. Найс, 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 найс. Оп. Такой вот ударчик. Рядовой. Эх-хе-хе. Надо как-то... скилл полета мне прокачивать. Ай-яй-яй. Да вообще скилл в игре надо прокачивать, а у меня все нет на это времени. Так. Ладно, это не оправдание. Оп. Все-таки серии-то я для вас записываю. Опа. Отлично. Это пас кому-то, наверное. Ну, парень хорошо сейвит. На секунду показалось, что здесь шипы из рамбла. Это только показалось. Ой-ой-ой. Как опасно. Ой. А вот это вдвойне опасно. Так, ну неплохо, вроде справился. Еще и ударил. Найс. Забавно. Ладно. Так, это будет удар. Ой, я чуть не перенаправил ворота. Я просто не видел, где они находятся. Ладно. Это гол. 4-3, но они почти смогли, в принципе. Если там, конечно, сейчас с развода ничего не залетит, я, пожалуй, останусь на воротах. В данной ситуации. Это уж очень опасно. Ну, у них, по сути, блин, они все поры вровень идут. У них вся команда играет хорошо. Так, ну и все, 3 секунды. Блин, как же мяч опасно летит. Ну все, вот теперь точно все. Не-не-не-не-не, друзья, не-не-не. Не-не-не-не-не, я тут на страже ворот. Все, отлично, мы побеждаем первый матч. Класс. MVP, кстати говоря. И челленджер 4-й дивизион. Отлично. Что ж, погнали в следующий матч. Ну, кстати говоря, хочется заметить, что так как мы играли в прошлые разы против шутингов, то я думаю, в принципе, на Rising Star нам можно выбиться попробовать. Но это все же опять-таки зависит от команды и от тимплейности нашей. Но все равно переходим, друзья, к следующему матчу. Итак, ребята, вот и второй наш матч, и на этот раз я даже не знаю уже, что говорить, если честно. Так, ну неплохая разводочка, давайте сразу просто приступим к игре. Итак, все испортилось, это гол, нет. Боже, что произошло? Так, отлично. Вынос, отлично. Пасец, но кривовато, если честно. Ой, какой редирект-то. Неплохо. Удар. И если бы было продолжение, но сейчас мы его устроим. Ух, вот это жесть только что была. Так, мне нужен буст. Буст.
Что? Что там происходит? Просто жесть. Я это не могу никак описать. И это кому-то пас, да. Nice one. Отлично. Спасибо. Ну, тут по-любому уже надо было заканчивать, потому что просто-напросто был расстрел ворот соперника. По-другому это никак не назовешь. Так, я, пожалуй, останусь на воротах на всякий пожарный случай. Как же я угадал просто. Можно было, конечно, поинтереснее ударить. Ой-ой-ой. Так. Можно это выносить. No problem. Ладно, бывает. Это было странно. Ладненько. Забавно. Что ж, разводка. 1-1. Должны вновь выходить вперед. Начинаем очередную атаку. Ее тут же прерывают мгновенным выносом вперед. Отлично. Буст, 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 буст. Буст появился и... как раз когда... когда я уже от него отъехал. Ой, ну, тоже, в принципе, неплохо. Так. Эх. Блин, это уже опасно. Так. Фух, друзья, это... сказать, что я только что испугал... я просто... дабы не сложать в самый последний момент, как после такой красоты, и просто ничего не говорил, дабы... ну, в общем, вы поняли меня. Надеюсь. Так. Хорош. Ну тут чувак выбивает опять. Вот у них, кстати, хороший выбиватор 3000 на воротах стоит. Так, ну сейчас мы его попробуем. Отлично. Ну, тоже сойдет. Кто-нибудь будет посец давать? Ну, немного не туда полетело, откровенно, так и говоря, скажем. В принципе, неплохо. Так, выносим, ребята, отлично. Блин, 1-1, что-то как-то напряженно даже стало. Ну, решаем. Great pass. Посмотрим. Шикарно. Ой, друзья, это было забавно, как минимум. Так. Ох-ох-ох. Какой? Ой, боже, какой пас. Я хотел заредиректить. Изначально у меня мысль такая была, но... и очередной пасец. Ну, кажется, там некому его давать. Хотя, в принципе, кто-то откликнулся вроде. Давай, бей. Ой, хороший навес. Но жаль, чуть-чуть мимо он пролетает. Отличный удар. И это гол. 3-1. Найс ван. Смотрим на этот момент. Парни просто выносили, а мы были на подборе. Отлично. Так, я на воротиках. До сих пор. И, пожалуй, не зря опять-таки. Отлично, выносим. Так, что-то там мне подсказывает, что сейчас будет удар. Мое чутье. Я выношу. Отлично. Паучье чутье работает. Ясно. У кого-то оно не работает. Я тут вроде выбил, но где все остальные? Ладно. Видимо, что-то я не доглядел и рано уехал с ворот. Может быть, моя ошибка. Посмотрим. Не знаю, короче. В любом случае, пока что мы ведем, и это не может не радовать. Отличный переброс. Это будет очень мощный удар. Мимо. Хорош, парень еще и выбил. А вот это... блин, вот это было опасно. Как минимум. Так, мне надо на воротах стоять. Отлично.
И неплохо сыграл. Буст. Отлично, прям как раз. Выносите, ребята, выносите. Давайте, я на воротах. Окей. Я немножечко сбил их с толку. Или меня сбили, я... Что произошло, народ? Ну что произошло? Ну я же вот здесь вот его хорошо так убрал, и он успел отдать пас шедевральный сам себе и забил. Ну, парень красавчик, затащил команду. Ну, у него 480 очков. В принципе, так и есть. Блин, и за 26 секунд до конца у нас получается ничья. Ох, как это было неплохо. Надо буст, но мне его не дают. И нет. Давайте только не будем пропускать пустые, я вас умоляю. Так, надо посмотреть. У меня нет слов. Ребята взяли и забили. Пока я там за бустом ездил. Они просто взяли и до последнего были в атаке. И не зря я вам могу сказать. Остается всего 12 секунд до конца матча. Сомневаюсь, что уже что-то интересное произойдет. Хотя это все-таки Rocket League, не какой-то там обычный футбол. Так. Хотя в обычном футболе тоже много чудес случается. Но все-таки не так, как здесь. И в итоге мы все-таки побеждаем второй матч. Интересно, что же будет сейчас. Мне опять повысят или нет? Ого, мне дают разукрашенный пирог. Интересно. И меня повышат? Да ладно. Да ладно. Офигеть. Офигеть, друзья. Меня повысили до второго дивизиона Челленджера Элиты. Это просто прекрасно. Хочу заметить, что против меня были вторые и третьи челленджеры. Это интересно на самом-то деле. Ну что ж, вот так вот в принципе Rocket League еще оказывается. У нее там интересная механика какая-то по поводу винстриков. Потом она как-то сбилась. А теперь меня снова повысили, причем так быстро. Я рад, в принципе. Даже мы перевыполнили нашу сегодняшнюю цель. Что ж, на этом я бы хотел с вами попрощаться. Всем до новых встреч. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока!